Зачем это нужно? Контролировать интернет. Его невозможно контролировать. Потому что интернет — это как, знаете, как такая антивирусная программа, которая вечно обновляется. Даже не совсем так, как вирусная программа. Вот почему у нас сначала вирус появляется, да, а потом появляется антивирус. И это должно быть очень быстро происходить. То есть на каждый вирус программисты должны антивирусом отвечать. Но не может Дума на каждый вирус отвечать постоянно законом. Это невозможно. То есть гоняться вот за всеми этими матерными словами невозможно. Я думаю, что на самом деле родители должны нести ответственность за то, каким источником пользуются их дети. Сделать какие-то специальные программы, которые будут блокировать там, какие-то сайты и так далее. То есть это все можно сделать. Но вводить на законодательном уровне такие запреты абсолютно глупо и бессмысленно, потому что они на раз, два, три обходятся очень умными программистами. Даже, грубо говоря, если Роскомнадзор заблокирует какой-то сайт, то я даже знаю программу, которая мне откроет этот сайт, и мне никакой Роскомнадзор нахрен не нужен будет. Я любой сайт уже открою с помощью этой программы. Даже уже есть инструкция, как зайти на сайт, который заблокировали. Так что...